Бендуры. Вот только кипчик даже еще грязновато, еще не мыло. Только-только вот снял со станочка. Он обработал. Вот. Ринги одел. Ну, короче, что у нас сегодня? Здесь маленький кусочек бонита. Ну и деревяшки стабилизированные под акрилом. Под акрилом, пока у меня нету денег, точнее, не скопил еще ни на титан, ни на воск. Как бы узкий. Вот. Сейчас продам пару дрэктипов, закажу себе воск, чтобы воском обрабатывать. Но опять же, плюс под титаном какой, под акрилом, если дрэктип какой. Что хоть мой, хоть что делай. В принципе, ни хрена с ним не будет. Как-то так. Короче, получился он такой сверху. Вот такая деревяшечка. Вот. Пониже. Желтая деревяшка. Опять же, я говорю, я не мыл. Сверху 5, снизу 5. Как бы стандарт на меня. Как бы вот такой дрипти получился. Сверху деревяшечка сделана с такой вот стабилизированной штуки. У нас стабилизированная кап. Карчага, каначаг или кнаке. Вот. А здесь у меня вот такие кусочки стабилизированные. Знаешь, не шлифован, это заготовочка. Токарник обрабатываешь, потому что одеваешь. Вот. Вот, вот оно что получается из такой вот. Вот этот середыш. Ладно, всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь на канал. Там внизу детишки у меня канал создали. В каждом видео говорю, парни, осталось 13 человек. Ладно, подписаться. Ладно, всем спасибо, до свидания.